Вам тема защитника Родины понятна, да? Вы, в принципе, со мной согласны, да? Спасибо. Спасибо. У вас никто не воюет, да, в Украине? У меня нет. Спасибо. Вопрос мне, а я же его никогда не прочитаю, понимаете? Это неинтересно писать на бумажке вопрос, который я не прочитаю. Но вы можете поучаствовать со мной в дискуссии, если вы будете отвечать на мои вопросы. Это куда интереснее, правильно, отвечать на мои вопросы и общаться со мной, нежели сидеть перед бумажкой, которую Виктория никогда не прочитает. У вас какой-то хреновый интернет. Здравствуйте. Я говорю, у вас хреновый интернет. Да нет, вроде нормально. Вот я недавно делала ролик, американцы дали концерт симфонического оркестра из космоса. Старлинг работает уже там с другой планеты. А вы, наверное, из России вышли, у вас там бум-бум-бум. Как будто в желудке у Путина находитесь. Нет, я нахожусь в Казахстане. Вы в Казахстане сейчас находитесь? Ну да, я с города Алматы. У вас очень сильно фонит. Ну, не знаю. А где вы, в траке находитесь или где? Или в доме? Нет, еду по трассе. Ну, я слышу свой голос. Очень сильно фонит. Здравствуйте. Как звать? А, Вика. Вика. Ну, вы, девочка, вы наверняка знаете, что вы своих мужчин и своей семьи не отдадите убивать чужих людей, правильно? Вы своих мужчин лучше оставите дома, чтобы они вас защищали, правильно? Да, я из Эстонии. Вы из Эстонии? Вы отношение к Эстонии имеете только чисто что проживание, или вы по крови эстонка? Не, ну по крови я эстонка, а всякие бабушки, они это еврейки и россиянки. Угу. И мне можно догадаться, за кого вы, или вы сами скажете? За Россию. А в каком городе Эстонии вы живете? Таллин. А какие продуктовые магазины есть в Таллине? Много всяких. Мой любимый — это Максима, например. Там Консум есть. А какое количество эстонцев было депортировано в Сибирь в 39-м, 45-м, 49-м? Эстония была оккупирована, начиная с 39-го года? Я за историю вообще не шарю. То есть вы живете в Эстонии, вы в России не живете. Угу. Ну, так считайте, что вас оккупируют еще раз. Вот, тогда вы историю будете изучать. Когда вашего папу сошлют в Сибирь, вы начнете копать историю. А почему его должны туда? А почему пап депортировали в 39-м? Почему папа расстреливали в 39-м? По какому праву Россия, Советский Союз, пришел в вашу развитую страну и стал диктовать вам свои правила? У Эстонии не было ничего общего с Московией. Вы живете далеко от России. У вас другой язык. Вы, кстати, по-эстонски разговариваете? А, не особо. Ну, скажите, я хочу шоколад по-эстонски. Матахан в шоколаде. Почему вы не поддержите Украину? Ну, я считаю, что Украина сама напала на Россию. Она бомбила ее с 2014 года. Так она не могла бомбить Россию, когда в России Луганск, Донецк является до сих пор Украиной. Как и Курская область до сих пор является Россией. У нас области... Это не пазл, знаете, как
Соберешь пазл из 8 частей, получается картинка. А потом пазлы можно разобрать, и получилось там половина картинки. Страны не делятся на пазлы. Не делится. У нас не может страна выйти из состава. Для того, чтобы провести референдум, вся страна должна участвовать в этом референдуме. Вся страна, все люди должны сказать, ага, мы считаем, что да, эти люди могут выйти. Вот это называется референдум. Иначе так не будет работать. Если бы вот этот референдум мог работать, так у вас в Эстонии тоже какие-то части вышли. Или, там, Литва. У вас в Эстонии много ебанутых рапсиян живет. Они тоже скажут, ура, ура, мы тоже пойдем под шумок, выйдем, да, и Литва выйдет. Ну, у нас такого не может быть. Эти страны не признаны никем. ЛНР нет на карте. Абхазии, Осетии нет на карте, Приднестровье нет на карте. А те люди, которые сейчас нет на карте, у них нет и паспорта. А раз нет паспорта, у них нет выездной визы. Они нигде не путешествуют. У них нет возможности ни с кем общаться. Они третий как бы класс, как вот, я не знаю, ну как крепостные. Украина не бомбила никогда сама себя. Вы знаете, что такое Украина. Украина защитила вас от фашизма. Если и были какие-то военные действия, она просто защищалась. В ЛНР зашли сепаратисты с техникой, с буками. Они, кстати, сбили этот Боинг, который летел малазийский. Там погибло, я не помню, сколько там, то ли там 100 или 200 человек. Дети, обрывки тел падали, кому-то даже человек упал на кухню. Это эти российские боевики сбили Боинг. Они думали, что это украинцы, а потом выяснилось, что это был международный самолет. Там летели дети, по-моему, в Тайвань куда-то они не летели. И потом прибежали эти какие-то там эти вот сепаратистские чмони и стали забирать всякие там помаду, там камеры, телефоны от убитых людей, ими же людей. И говорю, ой, я поднашла какой-то там, не знаю, американский какой-нибудь там компьютер, представляете? Ну, то есть то, что упало с неба, там они брали себе сувениры, представляете? И с рядом с мертвыми телами. Это самые необразованные и безответственные, беспринципные и циничные твари, которых можно представить. Если посадить с одной стороны Чикатило, и вот посадить с другой стороны Россию, Чикатило, ну, в глазах общества еще как-то можно было приподнять. Россия вообще дно. Она только Чикатило производит, понимаете? Я советую вам все-таки узнать что-нибудь про Эстонию. Если хотите, я могу прямо сейчас показать вам про депортацию. Сколько хотя бы тысяч. Я думаю, ну хотя бы 50 тысяч людей депортировалось. И заодно посмотрите, где кладбище эстонцев вот в Сибири. Если хотите поехать в Россию, посетите эти кладбища эстонцев. Это будут братские могилы, массовые захоронения людей, которые погибали без медикаментов, без теплой одежды, забитые, убитые, наверняка под какими-то там номерами, как и нацисты там убивали евреев, так и вот эти вот ваши эстонцы тоже умирали без фамилий. Тоже дали им какой-то картуз и тоже под номером. И так вот их и били, пока они там не умирали. И их последние слова – «Сдохни, Советский Союз». Так вот вспомните вот ваше прошлое и посмотрите, что делают сейчас украинцы. Они не пускают этих тварей близко к Эстонии. Поэтому вы помогаете Украине с оружием, потому что вы боитесь, что вы будете следующими. И вас, девочка, изнасилует российский солдат. А потом можете застрелить.